Нормально, по максимуму. У кого есть людей времени. У меня есть времени до 7 вечера. Кто-то написал 2,5 часа. Женя. У тебя 2,5 часа, Женя, всего? Блять. А что, тоже почистили расход? Дальше не хочу. А, значит, пойдем дальше. Я просто собрал... шить-то палку полутался, ему больше нахуй. Да, что я все собрал уже, все, никуда не хочу, блядь. Все, можем сейчас через свой, типа, все одеты. Сезон ты палку еще не выиграл, да? Нет. Хуя. Ни разу еще не падал, блин? Нет. Я вспомнил, сколько я сюда ретриком ходил за ней тоже, но так и не увидел, кстати, до сих пор в луце. А я смотрю, там стримы, люди ходят, каждая РТ у них падает, эти палки. Так я тоже же эту палку выбивал, и там не сразу выпало, очень не сразу. Ну только две я видел, короче, палки. Я тоже только две видел на X3, когда играл. Вот. Я за все время на X3 играю. Извините, что ты перебил. Но я за все время играю на X3, арбалет ни разу не видел, только когда внутри я пошел первый раз за все время упал. А что здесь за арбалет? Может, он мне нужен? Крит-хаст. Без дырки. Дыркой должен быть. Или с дыркой. Ну, короче, крит-хаст. С дыркой. Хороший арбалет был. Я на разгу его очень хотел, когда играл. Там еще дырка такая сочная. Дадите столик. Да. Дадим. Да, дырка сочная. Так, ставлю рыбу. Все, Петя, все запросы ДЦС по дебанку и полетели. Ты объясни ему там, как мы стоим, что он по-другому раньше играл. Ну, первая фаза за спиной, вторая фаза в квадрате, третья фаза в квадрате. Все. Диспелишь отсюда. Если умеешь диспелить, диспелить. Если умеешь, не диспелить. Вторую фазу всю диспелишь. Ну, вторую фазу понятно, первую захил. Первая диспелится тоже, если умеешь. Ну, если нет, то уже диспелишь отсюда. Там колостенки стоишь, будет плохо видно, кого диспелить. Там через... через воду можно диспелить как-то. Ну я тоже через забегание диспелю. Потом, ну, короче, расскажу, если надо будет, расскажу, как диспелить, типа. Ничего страшного там нет. Сейчас просто время еще не теряю. Столик. Там рыба стояла, похава рыба. Иди, не поешь рыбу, столик. Да я поел. Потом поставлю. Ладно. Подожди 5 секунд, Андрей. Че, ДДшники, блядь, по кругу, правильно? За спиной главное стоит и похую тебя будет стоять. Перед дебалом не стоит, потому что он тривает все. Готовность. На первую фазу никто ничего не простит, напоминаю. Только на повод дай на вторую фазу, Егор. Когда там у него будет. Семьдесят 5%, правильно? 50 перевод. Подойдите, ближе к боссу подойдите. Тотему убери, тотему убери. На горке не стоит. Жень, спустись. Жень. Все. Позаивайте с собой. Фитили,
Еще один близок к центру. Далеко стояли. Им один столик пока, 80 штруделей наберу. А, блядь. Да я сколько ему отдавать? Боечку отдавай, он будет говорить, когда отдавать его. Волку капанила, я. Вот. Он заебал этот мод. А, да, сейчас Женя с местом скопанил у меня, да, как я изначально так как был в апате, потом я просто перекинул. Жень, встань сюда сразу ближе. Бой, Женя. Все равно Санька. Дисплей перезад. Бой тут? Да, я принял. Да-да, я, блядь. Залагал я в ногами. Пожалуйста, лапка. А на пула нет. Куда, кстати, мы без лапы били. Андрюха, дашь лапку, мы без лапы. Он покинет. Ребята, когда будет у босса 57%, близко к нему подойдите, к центру вообще все. Только по лица не подходите. Не стойте, он короче, на вот этом ебаном стене. Ближе к боссу подойдите. Тему убери. Подойди тогда ближе. О, сейчас я не знаю на ком. Ничего, уже можешь не избегать. На пулы. Не бейте босса, пока не поставлю. Войт, квадрат, блядь. Войт, ты чё там делал, ёб твою мать? Вагон, блядь, вот я не знаю, пиздец просто. Ер, давай. Берегитесь. Мастера, ур, на огонь прожми. Всё, он через не бежит через нас. Да не линкуй ты, голоп. Каштан ты, пиздец, нахуй. Берегитесь. О, блядь. Вот это охуенно. Сейчас не повезло. Вот это не повезло просто. Чуть-чуть. Нет, это маг. Нет, он разбежался в нас прям. Я что-то отошел назад подальше, но не сказал. А что там, когда двигаешься, бежит, что ли, еще? Нет, там не так работает. Он не надо, нельзя стоять перед лицом. То есть, если лицо перед лицо попадает, то тебя вредается. И вот он сейчас разгонялся прямо с нас. Вы заебали, вот я не знаю, что придумано. Нахуй вы что-то предпринимаете? Бой, блядь, что ты тупишь там, не знаю. Ну, ебать, я вторая забыл, фаза, что надо в квадрат сбежал. А что значит сейчас каштан? Я рыбу поставлю. Я хуй, вагон, блядь, каличи. Это типа замена мата и всё, нахуй, знаешь. Чё за слово? В более мягкой форме, нахуй. Чё
ты сказал за слово? Ну, каштан, это цветок вроде какой-то. Цветок. Цветай, что будешь цветком, нахуй. Подсолнух еще есть поющий, нахуй. Можно подсолнухом обзываться. Не звучит. Каштан, короче, да. И обиднее. Он можно назвать горный каштан вообще, знаешь. Это особый случай. Я, если будет в нас разгоняться, скажу, просто все назад отбежите чуть-чуть в сторону ворот. Да вон, стойте вот здесь, короче, так не делайте. Не из-за этого сейчас дохли, Андрюх. Я видел Андрюх, такой лайк уже. Вот он сюда ебашил просто, вот отсюда разгонялся, вот. Вот отсюда и сюда въехал. Те, кто стоял, влизу чуть-чуть в квадрат. Давай. А интон не бахнули или что? Или мне показалось? Да, еще раз бах. Все готовы, даю в Демпул поехали, тоже пиздец просто. Сейчас Чернобыль, блядь, будет право, 2 часа просим на камину. Сука, у кого-то фонит, как будто покажешь. Это у меня, наверное. Все, сейчас уберу. Так лучше? Все, извиняюсь, ребята. Подойдите близко к боссу, пожалуйста, все. Тогда ему убери. Рот ебал, нах. Видишь, как удобно, сразу сел, пожрал штрудель. Он не заебал и вейдится, вот честно. А почему ты, когда его в кресте танчит, он не вейдится вообще? Первую фазу, типа, или что? Да, первую. Ну, вечером в среду я ходил, они так держали вот здесь его, этого пидора, вот в кресте. Мне кажется, ну давай, бро, мне похуй, мне кажется, это рандом, блядь. Это рандом, где-то, короче... Влад, бойчик, отбеги только, а то тебя снесет, у него очень широкий клиф. Сады дам пул, да. Крис, я попробую. На пул 7 секунд! Да! Егор! Ну, блядь, да, я не знаю, что автоатаки, это тупо автоатаки, блядь. Ёбаный рот. Ну просто не бей, я вон что-то ко мне не добежал, лёте, вот, ну, без Б, нахуй. Автоатаки, не автоатаки, я что, без бужу, блядь, и в лапу. Я же посмотрел, он до тебя добежал, он потом просто на Егора сорвался и побежал, и под автоатаку попал. То есть тут просто, короче, ебучий чувак со своей тринкой, нахуй. Охуенно раз, ты чё нахуй, брустовая. Я ебал. Меня постоянно ради не хватает. У меня пофиг, мы здесь. Ой, цель прохили, не хили, не джой сейчас. Там опять на танке, значит. Жёлтый жагер, иди, на всякий случай. Помоги. Не надо спейли сейчас. Не дисплей, до каста не дисплей. Тотем, тотема. Иди к боссу, подойдите. Ну что за хуйня, нахуй? Ну мы проверили, как минимум. Ну они все вот тут вот в квадрате стояли, типа, блядь. Может и за волк. Как первый, так и во второй фазе, кто знает. А солнце было в третьей фазе? Солнце?
Слушай, походу, дело, тебя просто рисанули на второй фазе, и ты понял, что это первая фаза. Большая медведица там перевернулась, нахуй. Предлагаю не диспелить перед перефазой. Да не, это все хуйня, я диспелился вообще постоянно. Андрюх. Как вариант, этот... Извини, Петь. Мне кажется, что когда дух появляется, и мы его переводим во время духа, вот он нет, и пропадает. Не. Это из-за ханта. Это один из танцев с бубнами. Давайте вот так, давайте как-нибудь. Какой просто. Взаимосвязь придумаем, которая будет. Придумайте, я тут изискалю постоянно и все делаю. Вообще поебать, это рандомно. Ну, в том случае, а да. Тут? Чё, кому? Женя. Не зашел. Ну чё, ханта, надо сорвал. Хан без метки бьет. Это опять. Блять, собака сдохла нахуй момент. Ну, на танке получается. А, на тотеме исцеляющего потока. Сейчас определенно. Все, пошел убить какого-то милика, лучше не дискать. А тотем исцеляющего потока вешается, прикинь. Знаешь, что меня самое интересует, короче, Void, блядь, под банка СПД, а ТЦ под сопротом. Перепутали, блядь. Тотема уберите. Ребят, спустите Филар тоже. Я знаю, почему он выйдется, блядь. Я нашел, к чему припал. ДЦ хуёво стоишь. Где-то там тебя трогает. Гера. Героину. Встаньте, блядь, в квадрат туда, блин, что через вас бежит, как так, нахуй. Они трогают, других не трогает, блядь. Как это работает, блядь? Вода через мегалину пролетел. Вот когда он начинает разгоняться возле... Тихо, нахуй. Я отвел. Вот сейчас через рейд пойдет, да, Сосуна прилетел? Берегитесь. Все. Просто вплотную подходит, выстрел в упор делает. Сейчас в тебя просто сделать, никого не стреляет. Тогда. Когда он, ребят, возле нас стоит, тогда отбегайте назад. Чуть-чуть. Да он уже не будет через вас, не должен. Вот сейчас мне не побежал. Не-не-не, он побежал в тебя. Нормально, в тебя сейчас только. Приготовь Боб, короче, по скрибиди. Давай Боб по скрибиди и ДЦ зубы по себе сдай. Чтобы не раз не шел. Подъебал ушли сразу же. Куда ты меня откинул, сука? Чёрт ебаный. Красный стоп. Думаю, здесь на маге не попал. Жадничал. Не, на маге почти 100 лет здесь не будет. Сейчас не прохожу, там купили, купили. Он сейчас Долоран не убежит? Я хуй вас не знаю. Да.
Берегитесь. Надо, чтобы алебарда сегодня упала. А, было бы круто. Вообще там очень много. После таких слов нихуя больше не падает. Не все равно надо. Ля и горло очень здесь разно. Вот бы сейчас арбалет. Почему? Я на него посмотрел так, что он тоже не упадет. Эй, я на прошлом КДСле зашел фантом, блядь, а с коня упала нахуй навара 2. Ну там. Она там что-то с арбалет выполняет? Она за прошлым. Да мы ходили, да, там денег там. Там есть там. Смотри, что с ней было. О. 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 Перчатки на вару без. Перчатки, блядь. Ну, я да. Могу кифти забрать, нахуй, или не надо кому-то. Нахуй? Вот именно что, нахуй. Твои я забежу. Ну, мало заебись перчи, да, вот эти. Сюда быть, заходи. А так и говорю, если надо, забери. Ты сейчас Андрея. Ему, может быть, надо. Могильные перчатки, что, нужны кому-то? А ты что, их видел? Ну не, если никому не нужны. Ты на ДК их спиздил? Они я взяли. Не видел. Они у тебя, у Вара. Нет. А они тебе нужны, что ли, на ДК? Не, мне просто интересно. Тебе не нужны? Ну, как Фрост ДК, он нахуй, пока Т-10 нету, вообще в говне ходить. То есть думаешь, грубо говоря, если одеть нонсет, он даже будет 9. Но если нужны, то бери. Я вот так, до пизды. Ну как физически. Они могут быть ляпут меня, но не сильно. Я не знаю, я что-то пытался в ловкости ДК-шку одевать, только посадку ощущал. Посилован. Я тоже сомневаюсь, просто видишь, я точно вижу, не знаю. Сука, латы надо носить, нахуй. Нормальные пацаны, блядь. Были бы латы, да, я бы носил. Не, ну это. Они ни разу не упали. Чернобыль, ты здесь? Сколько... Технически мне они, блядь, эти перчатки так постольку поскольку. Сколько сейчас фрасты вот дают? Маги? Нет, что, надо, не надо, я что, ухожу, не ухожу. Тебе перчатки ну, надо, Егор? Ну я, если они вам не нужны, я их надену. Витя, бей, пока не придет Чернобыль, все, в чем проблема? Нет, так я бью. Я вообще интересуюсь. Придет, поменяет, если не придет, не поменяет, все. Спасибо. Ну, его потом по-любому надо, наверное. Да я, блядь, это ебало раскрыл, сколько вот до пула нахуй. Я бы пошел умылся, душ принял там, все дела вот эти. Уж залетел в рейд, можно и чумазом по кнопочкам потыкать. Ну, я на своем 242-м где-то 11. Андрюх, там сзади моб один стоит. 3. Давай его убьем. Ты понимаешь, еще 230-й шмот был, уже десятку люди давали. Так что, блядь, я что-то, ну... Ну, я тебе скажу, что я, блядь, на шестом, на пятом месте фигурирую, учитывая, что я ДПС. Это же нормальный ДПС, нахуй. 10, 11, это же охуенно. Вот, 11 на груле у меня, 11... Максимум у меня было 13... Это максимум, а так 13. На мэре у меня 200... Ну, ты 10 выйдет, это все, нахуй, дай. Вары там. Это нахуй пятнашка будет железный. Не бой. В неосвещенных нет. Ну да, мне тоже кажется, что не будет сразу. Блять, потому что я сейчас хожу в Т9 на Фрост ДК, это так, ничего. А другие спеки что меньше дают, да? Блат, анхолик. Блат, он неудобный, там не свеч. Блат он неудобный, там ротация. Хуёвая, да, из-за Т4 или что? Да, ты должен отдать 3 удара смерти за этим ходить,
Если ты три удара подряд убежишь, побежишь относительно, что ты будешь делать, с тебя спадет так, ты будешь по новой это гонять. В итоге твои проебы висут. Короче, 2Т9-2Т4 в рейде больше ДПС дают, чем 4Т4. А в манекен типа лучше, потому что он стоит на месте и ничего не делает. А анхолик, ну анхолик. Я не анхолик. Анхолик заебись изначально. Это тролль, это хаста шмот, это нахуй гарга 200 тонн. Чернобыль, ты здесь? Это я и нет перекину на другой. Билайн вечером начинается. На микрофон да, сейчас перекину. Заходи. Сейчас иду. Получается, весь шмот критхаст, кольчужный, латный, мне будет уходить. Нормально. Блин, я хочу собрать критхаст нового. Чисто поражать. Не, ну естественно, после тебя слышу. Нет, я говорю про хиловскую. А. Ты хасный вар, это в Т4 ты хочешь? Да. Не, ну может быть. Фурик, да? Да, да. Может быть, конечно, хастовой профитнее с двумя Т10-ми, но его пока нет. Ну, прям затестить хочу. Могу на этого босса, если надо, на танк зайти. Мне здесь на магию ничего не надо, с того босса. А Женя тут? Женя не тут, Андрей. Чё за хруп? Вот хиль, хиль, вот хиль. Будь полезным, ШП. А всё, Женя тут. Сосун тоже хиль. Нет, типа, окей, давайте не будем просто покашлять. Я не хочу. Через не можу. Да зайдите за текстуры, пожалуйста. И планы пришли к нам. Я хочу критхас того вара. А им нужно постою, да? Я все не хочу. Хочу хоража нормально закрывать. Хочу. Чего хочу, не знаю. Че, все, да, Чернобыль пришел, я ушел. А, Женька нет, еще Женька нет. А, ну, да, ну, сейчас. Трэш до конца на пулю. Слышно, что я говорил по поводу танка? Могу на этого босса, если надо за танк идти. Да идись кому подальше, я думаю. Значит, Андрюха готов Женьку все анонсить, когда забирать, то... Потому что он сам не понимает до сих пор, как это делать. Что он диспелить не понимает, блядь, таунти не понимает, что-то странно. Охуел совсем. Да он просто военный, он жесткие приказы только понимает. Поняли, блядь? Я ему буду говорить, с колен, блядь, встал. На колени встал. Упор лежа принять. Упор лежа нет, это еще у нас. Упор лежа я принял. А потом сал побежал. Я не понимаю, ну типа, окей, типа, ну есть момент какой-то там, ну, сложный, типа, восприятие, типа, ну, понимание. Ну тут же ничего сложного нет. Понимаешь, а восприятие, оно может быть и нормальное, просто исполнить не все могут. То есть бывает, что реакция, вот рука двигается медленнее у людей. Бывает много причин, да хуя вообще. Да, ответственность давит. Вроде и стыдно, когда вайп нахуй, ну, блядь, хули поделаешь. Вот просто люди медленные, все. Либо просто одна рука... Я просто промолчу на это.
Ну хули? Мне хочется сказать, блядь, такой бред, блядь. Не, ну а чё ты думаешь, такого не бывает, блядь? Сплошь и рядом, в жизни, посмотри, такие же люди есть. Нет, блин, ну... Окей, в жизни там люди... Ну, типа, это хорошо, что на мышке, ой, на пиве вторая рука, не, блядь, начнёт какой-то коленки ставить. Ну, а ты знаешь, где у него рука, блядь. Ну я образно сказал, там вторая рука может где угодно гулять. Тоже вон, посмотри, StarCraft, блядь, люди играют, там щелчки в секунду, нахуй. Почему-то у кого-то 800, нахуй, у кого-то 300, нахуй. Так это азиаты, азиаты это сверхлюди. Стоп. Ещё. А то, что просто на StarCraft 30+, это тебя не успокоит, да? Что 30+? А никто сейчас вот про возраст не говорил, говорили именно про каждого отдельно. Да, я понял, да. Тут также, ну типа кто-то быстро реагирует, бегает там вправо-влево, нажимает из лужи, выбегает быстрее, а кто-то медленнее просто. Ну они там всю жизнь играют в эти StarCraft, а тут люди заходят вот месяц назад буквально до нашего уровня одевают, уже ходят в этот ковры. Это да. Но все равно это же не даст им возможность с таким же рейдом гусей, как они, нахуй, убить лича там с первого раза, вообще никак. Им надо будет провайпаться там, блядь, какой-то. Причем, понимаешь, нет, смотри, понимаешь. Вот ты, вот и мы играем, да, вот есть три механики, условно, да, типа, окей. 90% в этой ебаной игры, типа, короче, тебе, условно, какой-то РЛ это все озвучивает. Все. Тебе надо просто исполнить, блядь, с точки А в точку Б, типа, окей, все. Есть моменты, когда тебя заставляет что-то само слежать. Вот это уже начинается, да, условно, демон, типа, можно сказать, для человека. Потому что он привык, что ему за руку его волят. Вот горожанами тот рейд, где типа особо не должен тебя за руку водить, ты должен быстро реагировать. И, ну и реакция тут типа окей, тоже согласен, что типа там можно повайпаться, но тут нет таких прям сложных механик. Типа либо тебе аддоны не позволяют конкретно, ну адекватно все отслеживать, либо человечество типа, ну типа по здоровью, все. Там третьего не дано. Третий ты типа просто калич. Просто всё, вот эти, ну, две вот этих причины, которые ты назвал, они раскладываются на более мелкие какие-то нюансы. То есть то, ну, окей, пока мы убьем тогда. Дай мне пример мелких нюансов. Пример, дай просто. Ну вот и смотри, вот ты говоришь, железо не позволяет. Это может быть комп, может быть какая-то хуйня, может интернет-провайдер, блядь. Какая-то еще поебень. Мышка там элементарно сломалась, зависла, она. У тебя. Ты двинул ее влево, она двинула. Блять, мы давай не будем мы учитывать какую-то теорию хаоса, там, блядь, махнула бабочка и так далее, блядь. Мы говорим про обычные факторы, типа, ну вот есть босс, и вот у тебя есть задача, блядь. Условно ты должен отбежать, все. Если ты не можешь отбежать, ну ты кто? Либо ты, типа, Калич. У тебя со здоровьем что-то не так, типа, не соображаешь. Ну, либо же у тебя не позволяют руки, все. Ну и человеческий фактор. Конкретный пример. Вот человеческий у меня фактор. Есть на эту тему конкретный пример. Вот на Анубе у меня вылезла куча мобов и стала картинка на 4 секунды. Тут ты ничего не сделаешь. Тут ну, ты почему? Я могу отдать команду, дать стан, но я угадаю ли по времени, я же таймер не вижу. А, ну да. Ну я отдал чуть-чуть раньше. Ну, собственно, это вот железо подбило. Ну, опять же, по здоровью, может быть, ты можешь не выспаться элементарно, блядь, заслакнуть, просто зависнуть, нахуй, и все, и ты кое-что сделаешь. Мы с Андреем всю жизнь рейдом не выспавшиеся. Я всю жизнь рейдом перед у вас тут столько здоровья, блядь, три счастья, без умолк. Давайте же спим. Типа смотри, я к чему веду, понимаешь? Я прошел условно, все стали задросты в этой ебаной игре. Вот, бля, будем говорить честно. У меня был, короче, загорел комп. Я играл на лютом говне, прям лютом говне. Я доводил это лютое говно, типа именно комп, нахуй, до 30 FPS. Типа, это возможно, типа. Ты можешь предпринять какие-то решения, типа. Если ты хочешь играть в эту игру, типа, окей, да? 100% это можно сделать. Типа, можно избавиться от лагу, от всего, типа, и играл я плюс при этом еще с 30 аддонов, нахуй. Кто бы там что ни говорил, блядь, это все можно сделать, и картинка плавная. Окей, с этим мы решили. Есть второй, типа, момент, типа, здоровье, типа. Этот момент я, типа, обсуждать не буду, но у меня тоже, типа, есть не свои моменты. Типа, с ними тоже можно спокойно справиться. Легко, типа. Если уже тебе какие-то прям сильные у тебя вады, там когда вот условно играл в рейде, человек, он заикается, ему сложно говорить.
Я этого человека сразу нашел тогда вот и сразу понял, что типа не знаю, это уже задача РЛ. Типа. Либо того человека, который хочет играть в эту игру и сказать, что у меня есть вот такая проблема. Все. Все другие моменты, короче, они все решаемы, потому что ну, в этой игре, типа, это социальная игра, первая, типа, ну, ты должен общаться, сказать о своих проблемах, типа, предупредить, чтобы люди не тратили время. Основное в этой игре, это, блядь, трата времени. Прости, ты должен это время проводить, типа, либо с пользой, либо с удовольствием, типа. И когда ты проводишь не с пользой, не с удовольствием, ты просто проебаешь время. И вот это максимально потом мне жопа горит. Вот, и когда... Когда ты у человека просишь использовать элементарные вещи, ты ему уже на пальцах объясняешь на раз, два, три, как в садике, вот и шкафчик с вишенками, это твой шкафчик, понимаешь? И он этого понять не может. Но это уже пиздец. Женек, потяни, там моб, бля, сзади стоит. У меня был танк, короче, я ему говорю, блядь, на тебе красная метка, понимаешь? На тебе красная метка, ты бежишь в красную метку. Он этого не понимал, и, ну типа, а сидит зато выебывается, короче, словно он топ-игрок. Вот, есть такие моменты. Короче, это, я не хотел перебивать, я пошел АФК, я, наверное, схожу на магика Груля, и где-то потом ближе к вечеру жду информацию по региону. Давай. У меня, короче, девочка-танк была, которая... У нее сложно было с ориентацией в пространстве. И вот, и на лече она не знала, куда лужу выносить. Просто, ну, в ориентации в пространстве хуя. Где право, где лево, не знаю. То есть там, ну. Эвэдим. Да мы же время не тратим просто так, мы же и трэш били. Это Эвэдим, пожалуйста. Ну да. Я про час. Типа, я к тому, что типа, вот есть проебы, именно которые, блядь, человек просто либо. Не пытается понять и не хочет понять, а просто сидит и тупит, и людей тратит время. От этого я буду гореть до последнего, нахуй. Да, есть такие люди, которым даже им похуй просто будет. Ну, то есть они не ценят твое время, то есть и таких дохуя тоже. Кто в танке? Я не знаю. Женек, что, будешь, блядь, танчить? Где он? Где-то релогается. Он интернет. Да, блядь, нахуй, я тут с моим телефоном интернетом борюсь, сейчас я. Пойдемте, нет, пока там трэш почистим, нет? Бежать надо. Блять, мне только появляется интернет нахуй, после зарплаты, потому что я в другой квартире. Окей. Еще неделю, наверное, полторы дрочить. А он зашел уже все, да? Ты зашел? Давай. Так, смотри, да. Ты сможешь протанчиться или зайти мне на танк? С этого начнем. Ну давай попробуем, чтобы ты КД не ловил. Да? Сейчас я еще раз релогнусь. Я просто перекидывал на жену интернет, там еще хуже. Я обратно на свой верну. Этот, поешьте рыбу. Рыбу поешьте? Сзади. Там Петя падал точно. Еще кто-то, может, падал. Ну, вообще все поешьте рыбу. Прыгай в танк, Жень, тогда. Да, сейчас. По танцам тогда будет первый вправо Сацуны, потом Хити. И давай Чернобыль. Влево бойчик, определенно и Войт. Так, где крест, значит, бойчик, Войт и определенно, да? Да. Нет, бойчик, определенно Войт. Ну, на мучить бинки. А. Купил себе. А. Справа Сацуна, Ики, Чернобыль. Я первый, да? Давай даже Чернобыля первым поставим, он через блинк у него быстрее будет. Чернобыль, Сацуна, Ики. Чернобыль, Сацуна, Ики. Ты вот в квадрат первый самый закрываешь. Вот здесь прыгаешь где. Я тебе буду подсказывать.